мы подъезжаем. Легендарный, мы подъезжаем к деревне. Легендарной деревне. Под названием Поздняки. Здесь Евгений Евгеньевич, водитель, тогда был еще маленьким мальчиком. Мы с ним играли в футбол здесь, и Кирюха был маленьким мальчиком. И здесь окрепло возмужал Мэл Валерьевич, немецкая овчарка. Здесь мы дышали природой, смотрели темное звездное небо. Маленькая девочка Катя, очень маленькая девочка. Катя сейчас готовится стать мамочкой двух взрослых, двух детишек. Она, мы тогда смотрели на небо, и были темное небо и красивые звезды. Здесь дышится, здесь отдыхается, здесь живется по-настоящему, по-нашему, по-российски. Вот видите, вот избы, вот это деревня Поздняки. Ну, судя по антенне уже, как положено. А где фермер, Евгеньевич? Тут фермер был у вас. Вот, вот мы едем. Здесь... Сколько лет-то мы уже сюда ездим, Евгений? Что-то со мной даже. И после меня-то прошло уже почти 10 лет. Лет 20. Лет 20, правильно, Евгений? Еще человек 20. Лет тебе 20. Сколько лет, Женя? Да. 28. Вот, Женя, вот да. Уж минимум, да. 28. 28 лет, да. А то это... Вот дороги остались те же, все нормально. Я тебя на закорках носил. Нет, вопрос был, когда Валерий Павлович сколько лет? А Валерий Павлович здесь 94-го года. Вот я говорю, 96-го. Я говорю, 20 лет почти. 96-го. А, 96, да. Вот виноват. Почти 20 лет. Да, я, так подождите, я из Лиги приезжал. Да. Я из Лиги приезжал. Ладно. Где фермер-то? Еще не доехал. Ага. Тут пруд какой-то есть. Вот здесь. Здесь в основном сейчас живут москвичи. И семьями. Шатуры. И шатуры, да. Семьями. У Людочки мамы Евгения Евгеньевича и любимой женщины и жены Евгения Викторовича. Это родители. Вот детишки. Николай Иванович, вот детишки отдыхают. Вот такие красавицы, молодцы. А, здорово. Сними их. А я снял видео, да, вот да, да. Вот дом фермера. Вот. Вот дом, а вот дом фермера. Вот его жена. Да, жена какая-то уже пожилая. Нет, вот стала дом женщина. Фермера, а фермер-то работает? Фермирует? Ну, наверное. Фермирует. Не фермирует уже, да? Чуть-чуть. Уже не фермирует. Совсем. Отфермировался. Да, вот, вот его жена, вот его жена. Вот это жизнь. Вот видите, какая-то застывшая машина. Стоит в кувете, тра-ля-ля-ля-ля. Я не поэт. А вот здесь вот пруд. А какая погода сегодня? Видите, вот, вот они, русские дома, вот она, Россия. Какая погода? Какие облака? Пожарный водоем. Это на случай, наверное, пожаров. Тут также водоем. Когда-то же вы купались здесь, маленький, Жень, помнишь? Купались здесь, был пруд. А зарос, смотри, тиной зарос. И скажите, пожалуйста, что здесь мирные люди-то живут? Здесь мирные люди живут. Все хотят мира. А вот дом, смотри, дом заброшенный, да? Да? Да. Заброшенный дом. Вот. Много вот это деревня Поздняки. Видите, тут какие-то уже революции какая-то. Это техническая, воду друг другу подают, делятся водой. Я смотрю, и шланги протянуты. Ну, водой колодец делится. А какая здесь вкусная вода? А почему не заехали, воды не набрали? Мы всегда набирали воду, помните? Куда? А холодную воду где-то мы там на попути набирали. Тот у нас был. А, мы же в воскресенье, мы с полетов ехали, да-да. Вот тут, наверное, привезли, раков привезли, видите, раки привезли. Народ вот стоит в очереди за раками. Ну, это я шучу, конечно, это местный товарищ, наверное, бизнесмен, купил здесь домик и вот тут живет. Вот даже Поздняки 50, видите, как красиво. Я вот не узнаю, так все ухожено. Смотрите, новые 54, название новые появились, да? Здравствуйте. 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 Вот она родина, вот она Россия. Видите, все гостеприимные люди, все улыбаются. Вот кто-то делает крышу. Вот она Россия, матушка. Граждане, канадцы. Я обращаюсь, конечно, к русскоязычным нашим друзьям и братьям Канады. Вот мы приехали. Мы приехали. Ольга Михайловна сейчас нас встретит. А где Ольга Михайловна? Мужика-то нет здесь. Вот этот дом. Вот этот дом. Не часто мы сюда приезжали, но в выходные, когда жил в Москве, здесь были. Это семья железнодорожника. Главный хозяин этого дома, даже папа Николая Ивановича, он был
машинистом. Он возил даже кого? Известного инженера Винтера. Известного инженера Винтера он возил. Да, здесь Шатурская дорога была, да, Жень? Да, он строил ГРЭС. Он строил ГРЭС? По-моему, ГРЭС. А папа был машинистом, да? Не машинистом, извозчиком. Нет, папа. А вот да. Наша дорогая, любимая Ольга Михайловна. Вот, Женя, у нас нет. Я и не ожидала, что вы до этого приедете. Да раньше времени. А я дремала. Надо вставать, говорю. Это самое. Наша любимая Ольга Михайловна. А яблоков-то много, смотрю, Ольга Михайловна. Яблоков ой, замучилась. Вы что, урожай. А породин когда... Вы замечательно выглядите, Ольга Михайловна. Да морщин вот. Сколько вот. Как же я пролежала, мне же готовить надо. Сынок, ты приехал. Я ставлю. И баню заправила. Да вы что? Буду допить. Да вы что, Ольга Михайловна? А я топлю. И вы сами топите? Сама топлю. А картошку сколько посадили? Много картошки посадили? Нет, немножко. А семян не было. А, ну чуть-чуть посадили, да? Ольга Михайловна, это же тяжело, проще же купить картошку-то. Купить и зачем сажать? Писать, сажать, от колорадского жука ухаживать, окучивать ее, помню. Я помню, еще по Николаю Ивановичу, помню, у вас какие-то жуки были, американские. Американка была или как называлась? Американка была, да? Американка. Вот, Евгений Викторович, Евгеньевич, с Ольгой Михайловной-то вы. Здорово, мой дорогой. Самый заботливый обо мне. Простите уж нас вот, Михаил, что мы так вот, редко вас, не каждый выходной, Ой, Михаил, да. Стремимся, Вот видите, крылечки даже, Валерий Павлович, прям вот надо крылечки мне сделать. Ничего, Евгеньевич, найдем время. Ой. Вызывайте меня, лестницу сделаю, дубовую. Только еда и все. Ну, и напитки, вы сами понимаете. А материалы ваши будут? Да, нет. Моя только работа. А перелет за чей счет? Перелет тоже за счет Евгения Викторовича. Работодателя. Да. Я все так подготовила. Сейчас печку затоплю, чтобы разогреть-то. Вот где микроволновка нужна. Ольга Михайловна. А мы же вам говорим. Ольга Михайловна, а вы сегодня мне, пожалуйста, мастер-класс. Я буду печь блины. А вы не рассказывайте секреты, делитесь. Я буду лично, я умею печь блины, но ваши секреты хочу немножко узнать. Уж пожалуйста, Ольга Михайловна. Вам звонил я, пожалуйста. с 10 утра звонил. Михайловна, да? Ой, картошки, говорите, мало? Вот, где? А вот кроты. Кроты? Кроты. Только что нарыли? Да. Ничего себе. Сейчас вас сдвину. Такая куча была, я не двигаюсь куда-то. Это гумно Николай Иванович называл, вот, да? Вот, гумно там он, Валерий Павлович. Гумно там. Пойдемте на гумно, это значит идти туда еще дальше. Вот, да? Вот картошка. Мало картошки. Картошку, ну, копаю свою, ем. Картошка хорошая. Хорошая. Ну так поздняковская картошка, Ольга Михайловна, я помню, вы что? Не надо только вырывать. Да, пусть не надо вырывать. А, вот она, да? Вот. Ой, какая, да, картошка, вот она, наша сейчас картошка. Ей еще вот, расти месяц. Вот еще. Она, да, вижу, вот она, настоящая картошка. Вот она. Вот она, картошка настоящая. Да. Женя, дождя-то нет, она лежит в тепле. А там же вот огурцы желтенькие, или что нет, это, дикие, или что это? Тыквы. А, тыква дикая, да. Но ее нету. А, ну она цветет что-то. Я помню, у вас было горятки-то туда заходили, да? Вот все. Это ребят косили, а я сейчас рву руками. Ага. Все, она дергается. Ну что, потом семена растут. Да. Вот, я копаю отсюда. Соседи. Вы сами все. Копаете, Ольга Михайловна, копаете сами. А кто будет копать? Сажай и копай. Кто будет копать-то? Вот. Женя окучивала, я. Женя, вы окучить приезжали, да, Евгеньевич? Ага. И это самое... И соседей даю картошечки-то, кормлю. Да? Ага. Да, понял? Понял. Ну пошли на гумно сходим. Пойдемте. На гумно, да. Одна трава. Ой, какая сегодня погода, да? Башка? Нет. А вот этот дом я даже не знал, вот это, что-то построили какую-то фигню. Это баню и второй... Не надо так говорить. Ну,
мучаюсь. Это предбанник у меня. Заходите, посмотрите. Угу. Вот, ой, свет. Вот. Свет. А кто свет делал? Женя. Все, Женя делал. Все, все, все. Да, да. Женя, все, все. Женя и Пакли. А я вот это помню, даже это все помню. Да. Мы... И обил, и вот да. Он еще. Вы новый пол сделали? Включи, да? Свет. Жень. Вы новый пол сделали, да? А, да. Да, вот видишь. А, пол, когда вы успели? Когда вы успеваете все делать, Игорь? Вот. Точно новый пол. Ничего себе. Устали, как собаки с ним. И вы помогали, Ольга Михайловна? Лавку, видите, он лавку. Ничего себе. Да вы ж, да, лавка. Ну, вот это вот я помню систему, шикарную систему. Вот она печка. Сейчас вот. Затоплю печку. По-русски. Все по-русски. Быстро. Вот, здесь мы парились. Жень, помоги затопить. Здесь мы парились. Ой, вот березовые поленушки, да, Ольга Михайловна? Ага. Вы моете сами иногда в баню? Сами, прям, топите. Я мою. Вот, вот, каждый... Евгений Викторович. Я вот только Михайловна молодец, а? И Татьяна Ивановна помою. Да? Хорошо. Соседи приходят, как Татьяна обычно, да? Нет, а помните, к вам ходили соседи мыться? А Женя говорит, что кто-то умер уже, да, из них? Все, да, нет. Так там лекарства вот эти вот Люда передала. Ну, а с них снимается очень... Сынок говорит, я все побросаю, а я говорю, а где же блины-то я буду печь, если вздумаю? На этих сковородках нельзя, на этой плите. Ольга Михайловна, извините, пожалуйста, я еще раз хочу вас уточнить. Вот мука, говорите, чуть-чуть тепленькая вода и чуть-чуть добавляйте молочка. Молоко и пополам. Да. И вот еще раз повторите, пожалуйста, вот как вы там взбиваете, почему вот нет комков у вас, как это все получается? Вот потому что теплое молоко. Теплое молоко, вода, с водой, ну, да. Все вместе. А вот сахар, соль, как по вкусу добавляете? Чуть-чуть я добавляю. Чуть-чуть. Я не тоже, люблю да. слишком сладкий. Да. Они вот все пекут не так, мне не нравится. Да. Я уже ем, но привыкла. И вот, они вот... оладушки эти делают. Сладкие. Я думаю, ну зачем столько песку-то? Песку так чуть-чуть по вкусу, но маленько. Прям Ольга Михайловна, а вот тонкие, вот как вот тонкие, как вот ну вот будет? И добавляй воды, ты мешай, и гляжу, да. Как она льется-то. Сильно густо. Так. Попробуй, если на сковороде. И лью, и то есть пробуйте все-таки, да? Да. Ага. Растекает по сковородке, по горячей. Ага. Вот. Если сильно густоватый, то я чуть еще добавлю. Сковородка яичко, чугунная? Яичко одно. Сколько яичек? Только одно, больше не надо. Я пробовал тоже много яичек, все равно не помогает. Лучше одно яичко, все. И одно все. Да. И оно крепит, оно крепит тесто, и все хорошо. А если там лишние яйца, то они... Да. Делается как резиновые. Вот, точно, Ольга Михайловна, я пробовал. Да, потому да, что да, да, да. Яйца, они дают да. же ее, их настройки даже. Да, вот церкви строили. Церкви, да, помните, да, строили да, на да, яйцах? Да. Это был секрет же. На желтке. А это помягче они. Да. Яичко, но она немножко скрепляет. Я одну. Ольга Михайловна, теперь вопрос секрет в сковородках. У вас первый блин кому никогда не бывал? Не бывал. А вот как вот так вот? Расскажите. Ну, на сковорода, я ее, эту сковородку, я жалею, я ее не царапаю ножом. Чугунную, там. Да? Да, вот она страшная, но на ней будет... То есть, у вас любимая сковородка, на ней всегда получаются хорошие блины? Да. Если наверное, каждого повода, соседи там, возьмут, да. они возьмут у меня и этой железной проволокой почистят. Как бы нанесут раны ей. Да, нанесут раны, как вы хорошо сказали. Я... Просто помыла и все. Я ее не дравлю. Я говорю, а это Оксан, ну что ты так? Зачем? Не надо так. Я говорю, она чистая, это она обгоревшая и все. На ней грязи нету. Я говорю. Да. И они, ой, как ты, тетя Лёля, как ты так делаешь? Напеку им, а они пирогов нам несли. Он же не знает, как они накормят. То есть, Ольга Михайловна, то есть вы сковородку сначала прокаляете? Потому что у меня иногда был первый блин вот комом, представляете? Да. А потом уже не идет. Не сильно огненную. А, не сильно, да? Да. А вот на сковородку добавляете подсолнечное масло, капаете? Я потом сначала-то так помажу, а так. потом и туда в тесто налью, ага. когда ага. неохота ага. это мазать. Да. А то я картошку чищу и в картошку макаю. А, вот и картошкой протираете? Да, правда. О, это хороший секрет, вот я его не знал. То есть чистите картошку пополам, макаете в масло и трете картошкой по сковородке. Да. А,
это интересно. А когда туда налью? Так в раз. Первый раз помажу. Вот. А второй раз уже наливай, там же масло есть. Да. Я наливаю, она снимается. Здорово. И перевернется тоньше. А там видно по тесте, по растворе. Так, жидкой, густой. Густой, значит, надо водички добавить, молока. Или с водой. И вот так вот и это. Ольга Михайловна, спасибо. Сегодня с вами будем печь блины под вашим руководством. Спасибо большое.